Привет, это канал Мусалин. Сегодня работаем над машиной Ford Mondeo, делаем полную шумоизоляцию. Сейчас посмотрим, чем нас порадует завод. Крылья пустые, арки голые. Соответственно, дорогу слышно отлично. Чего не хотелось бы, конечно. Вот. Шумоизоляция заводская выглядит таким вот образом. Несколько небольших полосок. Дальше двери. Двери пустые. Вот, небольшой кусок есть внутри. Также разобрали потолок. Вот, на потолке шумоизоляция присутствует в небольшом количестве. Отрывать мы ее не будем. Все материалы будут приклеиваться сверху на нее. Дальше пол. Ну, здесь немножко больше внимания уделили. Так, это все выглядит у нас. Что ж, сейчас все это дело будем протирать, обезжиривать, после чего приклеивать наши виброматериалы. Нанесли виброизоляцию, прокатали валиками. Уже приступили поклеить второго слоя войлок. Вот такой вот у нас войлок. Толстый, плотный материал. Отличный шумоизолятор и теплоизолятор тоже. Сейчас доклеим и будем собирать потолок. Проклеили Mondeo первым слоем. Виброизоляция везде приклеена, раскатана валиком. Материал приклеивается на горячую. Обязательно разогреваем все. Двери готовы уже двумя слоями. Один внутри, один вот здесь сверху. Также прокатали весь салон. Продолжим работы по шумоизоляции. Закончили проклейку Ford Mondeo. Автомобиль уже полностью готов. Двери, третий слой. Также салон весь готов. Водительская дверь тоже. Двери начали собирать потихонечку. Приступим к сборке автомобиля. Форд готов. Все собрано. Можно отправляться в путь. Никаких зазоров не появляется. Все на своих местах. Скрипов тоже не будет. Все будет отлично. Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока.